Привет, ты на канале Альцгеймер, и это 8-я серия прохождения игры God of War. Если ты еще не видел предыдущих серий, то вот ссылочка. Также подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующие видео. По традиции оставляю тайм-коды, чтобы ты перематывал, если вдруг станет скучно. Не будем слишком забалтываться. Приятного просмотра. Может, эта штука нас поднимет? Синяя дверь! Мы у цели! Нет щели. Что? Это плохо. Эта дверь не откроется. Эй! Непонятно, зачем тогда тут дверь? Эй! Пошли, найдем другой путь. Снова колокола. Ну, это нам уже знакомо. Это мы умеем. Осталось найти еще два. А вот и третий. Осталось их прозвонить в правильном порядке. Рог меда крови, 3 из 3. Увеличили максимальную ярость. Это снова гном. Вот на это. Ладно, мне все равно заняться больше нет. О, вы убили
древнего? Да. Ну как? Это было сложно? Да. И это все, что ты скажешь? Да. Не знаю, как тебе, а мне очень симпатизирует его шарм. Кстати, напиши в комментариях. Как ты опередил нас? Нам сказали, что наш путь единственный между этими мирами. Может, для вас единственный, а мы, гномы, умеем удивлять. Это не ответ. А, верь в волшебство. Ведь когда накопишь столько знаний о магии, тебя уже ничего не будет удивлять. Где искать редкие материалы, как создавать из них вещи, поражающие воображение. Новичку это покажется магией. Ну да, это магия. Теперь доволен? Давайте начнем. Ну что ж, улучшимся и ускоримся. И снова в путь. Мы внутри. Ну, конечно. А на чем они растут? Почти. Разобью их с другой стороны. Будь готов! Ну,
было, пока темные эльфы не разрушили. Наверное, нужно обойти. Снова не получилось. Скорее всего, там есть еще одна какая-то, которую я не вижу с этого ракурса. Пока что оставим это позади, наверное. Ничего не сделал. Откуда тебе знать? Ты видишь финал войны. Тебе неизвестно, что происходило раньше. Но он не защищался. Таков его выбор. У каждого он свой. Сработало! Мосты появились! Иди за мной. Чувствую очень длительный поход по этим лабиринтам. Приготовься.
пути восстанавливаются. Ого, да тут целое сборище этих загадочек. Ну, одним броском это точно не ограничится. Нет, погоди минутку. Ха, Кратос начинает угадывать мои мысли. Так, если здесь всего лишь три ветки, надо попробовать обрубить сперва одну из них. Но начать нужно с какой-то определенной. Кажется, вот это подойдет. Вот так вот. Кажется, нам сюда нельзя. Тихо. Ты слышал? Будь готов. Держись рядом. А когда мы доберемся до света, как мы заставим его стать Биврёстом? Ведьма сказала встать в него. Когда? Когда ее выбросил из этого мира. А? Почему я не слышал? Ты думал о ее безопасности, а не о нашей цели. Отец! Тихо! Я держу! Держи нож! Это что, темные эльфы в коконах живут, что ли? Обошлось! Да я так и делаю. Фу, оно липкое. Инануна! Еще один! Назад! Цель уже близка, но нужна осторожность. Ты понял? Понял. Вот, будь готов. Когда начнет рушиться, надо будет действовать быстро.
Прыгай! Ага! Берегись! Вот они! Встань за мной и прикрывай! Хорошо! Я расчищу нам путь! Выпускай стрелы быстрее! Тут много целей, не промахнешься! В узком пространстве толпа сама себе мешает! Не отвлекайся! Свет восстановил весь храм. Он тут основа всего. Погоди, он поет. Я слышу ее голос. Я же тебе говорил. Думаешь, она там? Очень больно. Руку огнем обожгло. Жди здесь. Но я хочу... Здесь. Это на крайний случай. Ты даешь мне свой топор? Я даю тебе его на время. Это не подарок. Спасибо. Пожалуйста, вернись. Ты оставила меня тут. Атрей. С ним. А он всегда уходит. Его никогда нет рядом. Я ему не нужен. И не буду нужен.
Я не знаю его, а он не знает меня. И, похоже, не хочет знать. Я сильный. Я умный. Я не такой, каким ему кажусь. Я же лучше знаю. Он со мной не говорит. Не учит меня ничему. Лучше бы это он умер. Слышишь? Он, а не ты. Но я это не всерьез. Ты же знаешь, я его люблю. Просто хочу, чтобы он был хорошим. Я знаю, он может. Если он попытается, я тоже. Но если нет, прошу, вернись. Я знаю, что ты меня слышишь. Подожди! Вернись! Нет! Нет! Что ты наделал? Зачем ты это сделал? Я тебя спас! Ты попал в ловушку! Я ждал и ждал, но ты не выходил! Я сам тебя вытащил! Сын! Меня не было несколько... Короче, батя треповал. Мгновение. Я не знал, что делать! Ты бросил меня! Опять! Но тебе же плевать! Я... Не может быть. Идем, пока они не вернулись. Надеюсь, ты нашел, что хотел. Смотри, вот выход. Но нет света, мост не появится. Мы тут застряли. Ну, нормальную такую кучку наклепал Атрей. Ну ладно. Надо осмотреться и найти, как двигаться дальше. Мальчик. Твой лук. Давай-ка. Точно. Ведьма же говорила, что-то нужно с луком сделать будет. Вы получили стрелы света. Стреляйте ими в кристаллы, чтобы зарядить их светом Альфхейма. Отлично. В моей команде выпусти стрелу в камень. Сработало! Теперь можно возвращаться. Идем. Хм, показалось.
Так, если это слот для камня. То, пожалуй, вставим его вот сюда. Снова не тот ракурс. Да и отсюда тоже. Тут есть еще один слот для камня. Может быть, где-нибудь позади я оставил один из камней? Лучше сразу попробуем вставить этот. Разбитое сердце Альфхейма. Чары. Снова против эльфов. Собственно, оно того стоило. Но если нам пути новые не проложились, значит, я что-то упускаю изначально. Точно, вот же камень. Yeah.
Вот они же летают. Очень странно, что они умирают сразу после того, как я их сбрасываю вниз. Наверх. Утгарский удар. Слабая руническая атака. Смотри. И чаша песка. Но как же я до нее доберусь? Будешь везде его носить?
может быть. У пацана чувство юмора есть. Или он просто батьку третирует. Что это значит? Запомни форму. Теперь можешь достать до чаши. Ну, где-то же должен быть подъем. Так, что-то я упускаю. Пойдем дальше? Нет, дальше не пойдем, пока не найдем подъем. Так, он по-любому где-то в начале. Где-то здесь. Ну вот же. Ну давай. И муж, и звери, и яблоня. Все начинается с меня. Да, это семя. Глупый задаток. Отлично. Снова этот рогатый. Что ему теперь-то нужно? Он меня бесит. Он еще вернется. Вернемся так же, как пришли, на подъемнике. Ты знаешь другой путь? И?
Стреляй на слух. Учись. Учусь. Если придется. Стреляй, мальчик. Я знаю, что делать. Те самые руны, которых мы так и не нашли. Здесь есть сундук. Но если... не получится найти, оставим его позади и как-нибудь в другой раз за ним вернусь. Будет очень жалко, конечно. Ну, хотя бы не уйдем с пустыми руками. Разбитое сердце Альфхейма. Редкий предмет чар. Тоже против эльфов. Чувствую, очень пригодится.
Эх, жалко. Так не хотелось его оставлять. Да, этот крайне силен по отношению к предыдущим. Думаю, стоит поступить так. Я сейчас открою свое меню и буду апгрейдиться до упора. Как раз использую все свои чары против эльфов. Ну, держись. Yeah!
Ошибку. Мы помогли не тем? Я. Дай угадаю. Ты с умным видом. Гнев волка. Рунный призыв. Интересненько. Сразу же отдадим это пацану. Довольно. Пойдем уже. Ты помнишь ответ? Да, да. Сын, прочти, сын, что написано. Ты говоришь со мной, только если тебе что-то нужно. Тебе есть что сказать мне? Я говорю, ты обращаешься ко мне лишь когда я должен. Была бы твоя мать жива, нас бы тут вообще не было. Атрей. Ладно. Она была там? Кто? Нет, ее не было. Тебе-то, конечно, наплевать. А ну, прикуси язык! Пока путь не пройден, кто-то должен сохранять рассудок. Если я молчу, это не значит, что мне наплевать. Пусть каждый оплакивает ее по-своему. Прости меня. Я не хотел. Да. Ты не хотел. Ты ведь меня не знаешь. Я понимаю, тебе тяжело. В свете мне показалось, что прошло совсем немного времени. Если тебя это утешит. Я рад слышать. Правда. Ну, мы идем обратно в Мидгард, к Черному Дыханию? Или тут еще дела остались? Какие знакомые колокола. Так что ты говорил насчет маминой войны? Да, она шла по пути воина. Но ее целью было выживание в суровом мире, пусть и в одиночку. И поэтому она попросила Синдри и Брока сделать топор? У нее была сила владеть таким оружием и мудрость применять его только во благо. Она обрела цель защищать слабых. Значит, она помогла бы Эльфу? Нет. Чувствую, с этими эльфами не так все просто.
почему-то никак не могу найти место для причаливания с первого раза. Это вы? У вас были дела? Ты наблюдателен. Ага, а вы, я смотрю, в дальний путь собираетесь? В Мидгарде есть заброшенный храм, который один гном превратил в свой личный склад. Там полно сокровищ, которые он собрал, путешествуя по мирам. По разным мирам? А в каких он бывал? И что нашел? Фафнир, скажем так, агрессивно коллекционировал волшебные артефакты. Чем больше их было, тем сильнее он хотел найти новые. Опасность он презирал. Однажды он отправился в Нифльхейм. Зачем вы думали? Точильным камнем. Ха, крутой, наверное, был камень. Давай лучше сразу к сути. Это да. А у меня, кстати, есть ключ-камень от склада Фафнира. Возможно, там вы найдете что-то полезное. Ого, спасибо, Синдри. Пожалуйста. А, и еще. Если найдете тот точильный камень, я буду рад, если вы принесете его мне. Что приглянулось? Советую действовать осторожно. Я был в этом хранении. На этом, думаю, и будем заканчивать. Спасибо, что досмотрел до конца. Ты был на канале AlsGamer. Поставь, пожалуйста, лайк под видео, подпишись, чтобы не пропустить следующее видео. Отдельные извинения приношу за помехи в звуке. Я мог бы, конечно, перезаписать, но пришлось бы перезаписывать все прохождение заново, так как сейвов не осталось. А файл оказался битым. Такое абсолютно точно больше не повторится. Впредь буду внимательней. До встречи в следующей серии. Пока.